Приветствую всех зрителей, подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Метро, продолжаем играть. Блин, сейчас проговорит. Группа Павла двигается на Третьяковскую, она же Венеция. Сори. С напряжением в несколько часов. Но следующий. Двигаются они по обжитому тоннелю, но я их догоню. Не имею права не догнать. Чё ты хоронишь-то раньше времени? Стрельба-то какая была? Стрельба! Так, да, здесь остановились. Сейчас надо будет девку спасти. А вдруг отбились? А чего не идут тогда? Ну, придут еще. Подождем. А как вы думаете, они всех убили? Может, и всех. А может, и того хуже. Куда уж хуже? Там ведь и женщины были. Не знаешь ты, Яша, жизни. Эх, дай тебе Бог и не узнать ее с этой стороны. Так что, пойдем наших выручать? Да что мы там навыручаем? Вдвоем. Ну их там прижали, если мы сбоку зайдем и возьмем бандитов в оборот. Ну давай собираться тогда. Блин, ну это же ближний бой оружия, нахер мне этот прицел? Вас с детишками кто охранять будет? Что же нам, бросить их? Парень приезжий поможет. Ну ладно, давай. Он один 20 таких вояк, как мы, стоит. Зачем? Зачем? Если ты что, меня заходи. Потащил, спасибо, парень. Послушал Андрея Кузнеца этого. Безопасно, все готово, быстро доберетесь. И меня потащил. А теперь нам всем крышка. Дози картечью в пузо, ни один бандит рад не будет. Да покупай. Ты говоришь? Андрей святой человек. Не унесешь столько. Эти все. Хорошие патроны. А покупай. Дура. Вывез как же? Бандитам в руки вывез. Откуда ему про бандитов знать было, а? Должен был знать, раз обещал. Бывай! Агибисты! От них-то он нас спас? А то, так, вот так, короче. Вот, что хотел сказать, как раз пока есть такой затишье, а то они там базарят без конца. Короче. Замедление-то YouTube обошли, да. Смотреть-то можно, все нормально. Все, хоть в 4К смотри. А вот ролики грузятся у меня по 6 часов. То есть вот этот часовой ролик сегодня будет грузиться, блин, 6 часов. Вот, как это обойти, пока не знаю. Поэтому, соответственно, ну пока поменьше будет. То есть не потому, что я где-то я там играю мало, а... Потому что проблема загрузить, понимаешь? Пусти, не надо! Завали хлебала, сучка! Помогите! Помогите! Не верещи, не поможет! Тут нет никого! Корешок! Так, все, девчонку спасли, самое главное. Да! Да! Вы чё, бля, умники-то? Да! Кто? Вы мертвее! Задолбали! Чё вы стремаете, бля? Алло, да! Блин, ну здесь бы, конечно, по-хорошему бы сохраниться, но не дает игра, возможно. Погодь-ка, 5 сек. Так, а куда нам, собственно, надо? Сейчас найдем, зуб даю.
здесь надо поаккуратнее пройти, просто это самое, чтобы не сохраняться. Ну, в смысле, чтобы автосохранение прошло. Так, а ну-ка давай сюда сбегаем. Есть вообще смысл сюда бежать? Если только подлутаться, да? А, ну нет, это же мы придем обратно. Блин, еще не проснулся. Гасит, даже не вижу. Прожектор это. Ну ай да сюда, ай да. Блин, думал здесь пройду, ладно. Спасибо, брат. Теперь развяжи. Развяжи меня. Братишка, развяжи. Спасибо. Спасибо, брат. Я думал, все. Наших угнали всех. Детишек, женщин. Кто живой остался? Я сейчас. Я отгоню дрезину. Сможешь проехать. Если ты за ними пойдешь... У них там ловушка. Я знаю, они говорили. На технической. Так что ты не спеша, да? Не спеша. Так, он говорит, сможешь проехать. Yeah, good, like...
дали пенсию. В день 100 грамм грибов и патрон. А милостыню просить не дают. Говорят, позорю родину. Вот и думай, предать или подохнуть. Решил предать. Хотя где я такой нужен? Спасибо, брат, спасибо. Я посижу пока тут. Отдышусь. Спасибо, не просуй. Я гляну на, если не покажется. Значит, гнилая тема какая-то. Тогда маякуй. Понял на. Что-то я не понял на. Тут где? Так, заметку читаем на паузе. Блин, а может все-таки с ножами? Сегодня баланса твоя типа не воняет особо. Еще бля пару лет и научишься. Че, блядь? Ты че, блин? Промахиваться-то нельзя. Охренеть. Я же в него не попаду. Так, засада, значит, говорят. Да ты чё, твою мать? Опа, это у него что такое? Блин, прикольно на него. Да! Вот же сука! Ах ты! Вот падла! На не говори. Ну чё, пацаны, видите его? Не, не видят они меня. Не, черт! Ну чё, потопали из кармашка? Потопали. Вот падла. Thank you.
братаны! Надо искать Лашкаев! Ну что там, как? Ну чё, ищем сучар? Давай. Он от нас не сныкается! Братва! Сука! Пацанов! Завалил я, пацаны, всех ваших. Всех ваших завалил. Где-то патроны, блин, были. Не берет она. Так. Ключ. Блин, ключ, а там был сейф. Пошли ко сейфу. Так, не здесь. Где-то тут был сейфик. Особо прям, чтобы прожился прям, но немного есть, немного есть. Блин, пока же нету этих всяких пауков и всякой фигни. Цвет мне не особо нужен. Чё меня не видишь? Чё за ботва? Чё за точил? Не попал. Да ну, блядь, ты серьёзно, что ли? Будем целую обойму тратить. Так, патронов ни хрена нету. Нож где? Сюда же бросил. Так, хрен с ним. Цвет, конечно, мешает. Блин, пацаны, вы бы хоть бы убирались немножко, но у вас тут прям вон это мухи.
Там написано, что нам пипец. А что здесь нас ждет? По-моему, тоже ни хрена хорошего. А мы здесь, наверное, не проедем, да? Да, тут вообще вон все разбито. Да, пацаны пострадали. Придется туда валить, где череп. Пешком, конечно же, я не пойду. Это глупо идти. Так, это у нас туда. Нам же надо как-то вот туда. Да, вот так. Свет включать не буду. Потихонечку пойдем. Блин, жуткое местечко. Так, по-моему, мы накатались. Погоди, а что там? Мама, мне страшно. Тут же вроде некуда пойти. Ага, стоять. Чё там, блядь, тема на станции? Не ладно, тема, короче, пацаны... Пацаны, нашего завалили! Чё, бля? Откуда? Да я без понятия. Я вообще тоже не знаю, откуда-то там что-то прилетело. А где ты, сука? Я заныкался, падла. Ну и чё, бля, делать? Братва! Граната пошла! Нате! Так придурка ж ходит. Блять, вы что здесь делаете, алло? Я стесняюсь спросить, вы из чего жрать готовите? Так, алло, вы где?
Так, ну тут я этих положил, полудурков. Они-то куда убежали? Мне почему-то кажется, вот это, что все время, ну, что это ящик, короче. Да, они побежали. Так, ну ладно. Мы их спасли. Телеги нашей хана. А мы тут и не пройдем, собственно, наверное, да? Нет, пройдем. Не, не пройдем. Пройдем. Не, туда мы грохнемся, там все, писец. Так, ну я понял. Значит, у нас был это единственный верный путь. Здесь я их пропашу, получается, поссал их. Ну не тут, а вот здесь. Здесь я их спас. Они куда-то выбежали, походу. А, подожди, это вообще вокруг. И тогда куда? Заблудился. Выйти-то ладно, выйти-то я могу завалить. Что-то мне так, а какая заброшенная станция? Как тут заброшенная станция нахрен, если я туда не пройду? Просто я не понимаю, не помню, не, блядь, на каком моменте оно все сохранилось. То вроде как бы и сюда. Вроде ни хрена не сюда. Блин, оно тут ходит. Опять же, как вариант, мы же можем это... Что за херота? Погоди, тут вон что-то есть, это ловушка какая-то. Достаточно, да? Бля, он где-то рычит, мне страшно реально. Буду не пройду никуда, мне надо вниз. Пойдем посмотрим, что это такое.
Сейчас писец будет, я тебе говорю. Причем дают тут и аптечки, и всю эту фигню. Давай, давай сюда. Ну ты там едешь, нет, дядька, блядь. Сейчас нахрен здесь. Мужики, немного не подкачайте. Мужики, нахуй, блядь. Ты чего, один там? Заряжай, дурачок. Эй, деда, запрыгивай. Давай, давай. Бегом сюда. Сожру и не подавят. Стреляй. На! Получи, тварь. А пока выходим на фарватер и полный вперед на базу. Снега наверху начали таять. Теперь к традиционным дрезинам добавились лодки и рыбаки. Один из них появился как нельзя кстати. Скоро будем на Венеции. Павел, скорее всего, уже там. Я вообще-то редко в этот туннель захожу. Дернул черт за ногу. Я же рыбак. Думал, тут клюет. Бревно! Ах ты ж, ёперный поверь. Парень, ты это... Будь осторожен. Эта вода опасна. Там не только рыбы живут. Ну, скоро увидим. Так, заметочку так же читаем. Видишь, кто там живет. Если кричу бревно, хватайся за поручи. Если кричишь бревно... Вот этот тоннель ведет к площади Революции и Красной линии. Сегодня, когда рыбачил, оттуда какая-то лодка прошла. Серьезные люди, не беженцы. Теперь не шуми, Шипка. Они этого не любят. А это их мир. Ишь, разлеглись, падлы. Тихо, мы вас не трогаем. Хрен их знает, из чего они мутировали. Мы их креветками в
наших кукличек. На вид они, конечно, жуть, но мясо просто умотки. Да ладно. Вы их еще и жрете? По-моему, они тебя могут вместо пива херануть. Получайте, гниды! Теперь притихло немного. Мать их за ногу! Бери ее, гадину! Как я их не вижу ни одну. Воюет там с кем-то сам. Да иди ты в жопу. На твари ловите. Давайте, да. Так-то батя вооружен нормально. Пойдем, я стой! Прихожу! Бери, гадина! Я не понял, ведь сколько на нее надо? Да не надо все сразу, да, дядя, почему? Блин, держусь вроде. Ой, не говори. Не говори. Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, вся она большой воровской притон. Я точно знаю. Павел добрался до Венеции. И если я не опоздал, он все еще тут. Моей основной задачей остается найти следы черного. Но теперь я должен еще и постараться разгадать замысел Корбута, чтобы предупредить о нем орден. Фу! Вроде прорвались. Ты там не заснул, парень? Ну как тебе местная рыбка? Правда, симпатяшки. Только злые они сегодня какие-то. Видать, плыл кто-то до нас. Раздразнил их. Открывай! Рыбаки пришли! Вижу, вижу.
А это еще кто? Да вот в туннеле парня подобрал. Что, бросить его там надо было, что ли? Тоже мне, блин, мать Тереза. Может, ты его еще грудью покормишь? Сначала двое красных, теперь этот. А ты им тут то подними решетку, то опусти. Ты хоть бы раз девку какую привез, что ли? Семенович, с тебя ж песок уже сыпется. Ты чё? На кой тебе девки? Ты решетку лучше опусти. А то сейчас как заплывет чего, тогда точно будет тебе баба с косой. Будь спок, Семенович еще всех вас переживет. Здорово, Дефин, как улов? А нет улова. Сами еле ноги унесли. Если б не этот парень, уж не знаю, дошел бы сюда. Кстати, боцман, зовут моего спасителя Артем. Здорово, Артем. Спасибо. Здорово, здорово. Так что там у вас приключилось? Да вши переростки эти якорем в глотку прямо лютовали. До развилки только дошли, они как накинутся. Плот чуть в клочья не разорвали. Какая муха их! А, ну так это... По этому самому туннелю красные на стрелку с бандитами прибыли. Вот они зверьё и раздраконили. А, вот оно что! Артём, ты, я вижу, парень толковый, так что скажу прямо. Да, на Венеции полно бандитов. Они грабят, убивают, но в туннелях. А здесь они держатся в рамках. Так что не лезь на рожон, мне разборки не нужны. Сидоровича напоминает, чувак, да? Ну, боком нет, а вот... Ну, похудее Семён, он немножко. Слушай, где там наши красные гости? Так в борделе же. Где же им еще? Кстати, кто это с вами? Это Артём, гроза креветок. Ты бы видел, как он стреляет. В жизни такого стрелка не встречал. Стрелок, говоришь? Слушай, пару десятков жбанов тут неместным прострелить не поможешь? Семён, опять ты за свое. Так они сейчас чуть ли не все на сухом складе. Босман, ну ей-богу, ну самое же время. Приходи, добери тепленькими. Мы вдвоем. Я тебе уже говорил, и еще раз скажу. Нет, мне тут твои авантюры без надобности. Ты меня понял? Да понял я, понял. Все, я пошел. Давай. Эх, знал бы ты, как они меня достали. Семен, ты вроде в движках что-то смыслишь. А что там у тебя? Так, а задача-то какая? Так, Павел знает, где находится черный. Надо найти Павла на Венеции. Да блин, бери. Короче, пока были, заглянули в их цирк. Не мешай! И шо? Ну, короче, там зверь такой, типа черная обезьяна. Ну, типа гвоздь программы. Вы что-то хотели, молодой человек? Вроде мелкий такой. Выбирайте, пока все свежие. В натуре волосы на жопе шевелятся. Познакомиться, не? Слышь, брат, а кому рыбки сегодняшние? Так, пацаны, вы что тут? Ты бы еще глазики притормозил. Блин, маркет где-то. Ну, мне не надо. Ну что, осмотрелся? У меня к тебе серьезный разговор. Давай на чистоту. Так, читаем еще раз. Подземная Венеция, 3 станции, наполовину затоплены грунтовыми водами. Говорят, был раньше настоящий город с таким названием. Древний и прекрасный. Кто знает, что с ним стало. Похоже, застрял здесь надолго. Кругом затоплены тоннели. На Новокузнецкой тебя, скорее всего, шлепнут. Выходит, что идти тебе дальше некуда. Вот я тебе и предлагаю. Оставайся с нами. Ты молодой, сильный, не пропадешь. Работа для тебя найдется. А то у нас с толковой молодежью бандиты кругом. Ну кто к нам пойдет? Подумай.
Походишь с нашими рыбаками на промысел, пообвыкнешь, а там, глядишь, и обживешься. Мы тебе и девушку подыщем. Да. Ладно, не хочу на тебя давить. Иди осмотрись пока. Только не нарывайся. Бандюки нервные сегодня какие. Блин, он сейчас сказал, что тут это маркет. Но тут ни хрена не маркет. Так, оружейное там. Вот так, блин, тут он, смотри, свинюшки. Ладно, ладно, но хотя это не фильм. Так, встали и вышли. Простите, что ты что, не понял? Канай за столиком. Ну, мы же тут уже три часа. Ты что вообще, а? На кого ты тут? Рамсы попутал вообще. А ну пошли. Тихо, Тоха, не понял. Не, ну я что сказал? Секс-шоп вон есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тёлок не калечит, ясно? Давай, давай, шевели булками. Кошмар какой. Специальные цены на меню. Большие скидки. Самое свежее мясо. Покупайте, налетайте, разбирайте. Так, чё у тебя тут, патрушки есть? Стреляй метко! Стреляй быстро! Пацанчик, стреляй, братва реально как для себя крутит! Бери! Пацаны, да блин, не особо надо, если честно. Есть реально, всё, подходи! Давай так. Посетите наш тир! Спешите! Количество мишеней ограничено! Пёрышки, что надо! Чисточики, всё! Ну чё? Если на еще что надо, куда? Знаешь, где что повылазил? Фарту тебе, пацанчик. Так я ж за тросом. Там накричали. Так. Каким еще, бля, тросом? Лучше на чем мы можем поменяться? Мне боцман написал. Какого ты мне тут лечишь своим боцманом? Закрыто. Ой, 75, калаш. Волына просто зверь. Бери, братан, все караваны твои. Брателла, реально отличная пушка. Бери, не пожалеешь. Сюда нельзя, сюда нельзя. А работу подавай. Это то же самое, ладно. Давай, брателло, если что, заходи. Давай, зайду. Блин, ну ты чё как штаны насрали, ешь? Ну чисто давай уже, бабос. Чё там у тебя? Эй, парень, сыграешь? Да ну, пацаны, ну дешевле какой грибов? Заходи! Нет, я в азартные игры не играю. Местного спроси. Брыз! Алло! У нас тут ни коммунизм, ни разу. Это ты чё, вообще? Совсем уже одурела? Они же с кислым корешуют. Чё, в натуре? Да чё ж такое? Всем корешам за так дай, а патроны... Ну ладно, отдохнули, пора и честь знать. Значит так, сейчас рассчитываемся с кислым и дуй к товарищу Корбуту. Доложишь, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Эй, красавчик! Двинули дальше, дело не ждет! Что за... Чего кислая мина? Не по себе мне что-то. Мы ведь угробили там всех. Тихо, будь. Ну ты прямо атас! Ну прямо бешеный! Ну сказал бы по-человечески, что не в моготу. Что тебе станцевать, сладенький? Не, говори, не стесняйся. Не надо, не надо. Я спасибо. Сама на выдумке гораздо. И это все странно. Мне говорили, что подземная Венеция – город воров и душегубов. Но я нашел тут и обыкновенных живых людей. Они наладили свою жизнь как могли, обустроили свой крошечный мирок. И очень боятся, что бушующий снаружи хаос захлестнет и их. Они просто хотят жить. Ты какой-то. Эй, если надумаешь вернуться, я всегда тут, рядом. Так, ты мне нафиг не нужна. Ну чисто иди к дяде. Куда тут те маслины складывать?
Там у нее реально, как в игровом автомате. Так, они вон они идут. Спешите! Количество мишеней ограничено! Так, сохраночка прошла, да? Ну давай, наверное, мы здесь останемся и продолжим уже в следующий раз прямо отсюда. О, не хочу сильно большой ролик писать. Будет большой объем, еще дольше будет грузиться, поэтому всем спасибо за просмотр. В принципе, 50 минут поиграли нормально. Вот. Всем пока, до новых встреч. Большие